Привет, друзья! С вами Владимир Шемет, и сегодня у меня новое путешествие. Сегодня я с семьей вылетаю в Египет. Да, в Египет, опять банально в Египет, потому что это самое популярное направление, которое есть в Украине, а особенно из Харькова. Поэтому, друзья, в этом видео мы с вами посмотрим, как выглядит сейчас Харьковский аэропорт, что в нем изменилось, либо что не изменилось. Расскажу вам некоторые нюансы и моменты, которые вам нужно знать. Ну и, собственно говоря, как бы в следующих моих видео вы узнаете много полезной информации, если вы хотите поехать на отдых в Хургаду. Разберем этот курорт вдоль и упоперек. Все нюансы и детали в последующих видео вы все узнаете. Так что подписывайтесь на канал и погнали! Ну и первое то, что я вам показываю, друзья, это стоянка перед аэропортом. Смотрите, она полностью вся забитая. Да, это дорогая стоянка по отношению к другим стоянкам, которые есть недалеко возле аэропорта. Но, друзья, смотрите, значит, те, кто там боится, там, что пандемия и все тому подобное, как бы, ну, посмотрите на количество этих автомобилей, как бы, и это все говорит то, что, друзья, да, коронавирус есть, нужно быть аккуратным, но, тем не менее, как бы, бояться и сидеть дома, ну, выйдет, наверное, только хуже тем, кто просто сидит дома. Поэтому просто нужно аккуратно относиться в жизни к этому вопросу, и все будет окей. Смотрите, значит, это Харьковский аэропорт, и, в принципе, как бы снаружи он ничего не изменился. Но давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что же внутри в нашем аэропорту. И перед тем, как мы зайдем в аэропорт, расскажу вам по некоторым моментам, которые вы должны знать. Если вы отправляетесь в аэропорт, сейчас как бы авиакомпании, туроператоры все просят, чтобы туристы приходили на регистрацию не за 2 часа, а за 3 часа. В целом, как бы, вот, например, мы летим на авиакомпании SkyUp, у них регистрация на рейс в аэропорту открывается за 2,5 часа. Но есть онлайн-регистрация. У этой авиакомпании уже есть онлайн-регистрация. И лучше, конечно, чтобы выхватить себе получше места и бесплатно, то регистрироваться онлайн. Видеоинструкция по регистрации на авиакомпании SkyUp будет в отдельном видео, друзья. Что хочу сказать. Вы на чартерных рейсах можете зарегистрироваться бесплатно в аэропорту без регистрации онлайн. Если же вы летите на регулярных рейсах, не чартерных, на авиакомпании SkyUp, то, естественно, вам нужно делать онлайн-регистрацию, потому что если вы не сделаете онлайн-регистрацию в аэропорту на регулярных рейсах авиакомпании SkyUp, регистрация будет платная. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на регистрацию в аэропорту, если вы летите на регулярном рейсе, то обязательно делайте онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании SkyUp. Ссылочка на авиакомпанию SkyUp будет, естественно, в описании к этому видео. Ну а теперь погнали в аэропорт. Итак, друзья, некоторые изменения, которые все-таки произошли в аэропорту с момента моего последнего визита. Значит, на входе убрали рамку, которая, ну, через которую проезжал багаж, когда вы заходите в аэропорт. Также сейчас не проверяют температуру у туристов, либо у людей, которые заходят в аэропорт. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот такие вот изменения, которые я увидел, как только переступил порог аэропорта. Дальше все стандартно, друзья. Идем к инфомонитору, смотрим номер рейса, на котором вы летите, и идете к стоечке регистрации для того, чтобы сдать багаж, получить посадочные билеты и после этого отправиться на паспортный контроль. В чем суть этой регистрации, друзья? Даже несмотря на то, что вы могли пройти онлайн-регистрацию, все равно вам нужно проходить и офлайн-регистрацию, то есть нужно подходить к хендлингу и нужно показать свои документы, что у вас есть все необходимые документы для того, чтобы вас пустили на рейс, а также сдать ваш багаж. Но даже если вы были без багажа, если вы были только с ручной кладью, все равно в любом случае вам бы нужно было подойти к хендлингу, и чтобы он все у вас проверил.
Кстати, еще одно небольшое нововведение, которое я увидел в аэропорту, появился аквариум, друзья. Но я его увидел, когда уже подымался на паспортный контроль, поэтому я к нему не подходил. На паспортном контроле все было стандартно. Значит, проверили паспорта. Но перед паспортным контролем там есть еще один контроль, где проверяют билеты. Так вот, тут проверили просто билеты. Дальше был таможенный контроль. И вот тут, друзья, я был в шоке. Первый раз в жизни меня так шмонали. Да, у меня много техники. У меня ноутбук, у меня 3 камеры, у меня 3 телефона, у меня штук 10 запасных батареек, 3 пауэрбанка. Что у меня еще? Стедикам, то есть стабилизатор. И как бы часть я выложил, то есть они сказали выложить ноутбук, выложить телефоны, выложить камеры в отдельный ящичек, который проезжает через сканер, а все остальное, ну, как бы ничего не говорили. Ну, в принципе, именно через рамку сканера, ту, которую я проходил, то есть он не запищал, то есть у меня ничего не было как бы металлического, то есть меня лично не обыскивали, но мою сумочку, вот эту вот маленькую сумочку, полностью все достали из нее и все проверяли. Также у меня все проверяли в рюкзаке, друзья, просто вот все, куча всего, куча всякой фигни у меня в рюкзаке. Ну, то есть понятно, как бы я вам только что рассказал, это запасные аккумуляторы, это пауэрбанки, это зарядки, это там стедикам, это селфи-палки, ну такое, ну всякая мелочевщина, которая просто мне нужна для съемки. Да, если, конечно же, у вас ну нету этого всего, то у вас, конечно, шмонать так не будут. Вот, тем более что вот мою супругу, детей, конечно, это все не проверяли. Но если у вас есть техника, друзья, на удивление, возможно, я просто попал на такого работника щепетильного, что он решил меня просто все вот перерыть полностью сумку. Блин, такое ощущение, что я был в Египте, друзья. Именно в Египте вот так меня всегда шмонают, все перековыряют, все перепроверят. Вот, я был очень удивлен. Но, кстати, был удивлен даже женщину одну в возрасте, тоже что-то там долбили, что-то там у нее искали, как бы смотрели платочки такое, как бы, ну, хотя это, в принципе, все-таки элементы безопасности, я вообще не обижаюсь, но я был очень удивлен по проверке, когда я вылетал из Харькова. Но к чему меня придрались? Смотрите, к чему меня придрались, у меня было 2 зажигалки. Одна была в рюкзаке, одна была в маленькой моей сумочке. И мне сказали, вот, одну зажигалку вам нужно будет оставить, выкинуть, короче. Я им говорю, ну, подождите, как бы, одна зажигалка моя, одна супруги. Ну, допустим, так вот. Не, ну вы же вместе летите. Я говорю, да ну, какая разница, мы вместе летим или раздельно летим? Я ей говорю, ну, человеку, который проверял у меня, говорю, например, супруга поехала там на экскурсию, я остался в отеле, что, как мы будем делить эту одну зажигалку? Ну, это так вот, ну, чисто вот риторически, как бы. Почему, ну, придрались, что у меня 2 зажигалки, я очень удивлен, потому что в правилах я не встречал, что на одного человека допускается не более 1 зажигалки. Но, наверное, я все-таки перечитаю правила. Ну и в описании, наверное, напишу, имели ли они право у меня выкидывать зажигалку одну, либо не имели права выкидывать зажигалку. Дальше, паспортный контроль. Тут меня порадовало то, что на паспортном контроле, друзья, когда проверяли документы, то есть паспорта наши, мы летели, естественно, с детками, мы брали с собой физические свидетельства о рождении, потому что при вылете с несовершеннолетними детьми нужно с собой иметь обязательно оригинал свидетельства о рождении каждого ребенка. А если вы еще и летите без одного из родителей, то тогда еще и нужно разрешение от второго родителя для выезда с ребенком за границу. Ну, мы летели вдвоем, и, друзья, как бы на проверке у меня спросили, как вы будете доказывать, что это ваши дети. Мне очень понравился вопрос, я говорю, да, сейчас без проблем, достаю телефон, включаю ДИЮ, показываю электронные свидетельства о рождении из ДИЮ, и вуаля, все, легко и просто, как бы, ничего не требовали этих бумажек. Это очень хорошо, это просто невероятно хорошо, потому что, друзья, я как бы много путешествую, много езжу, как бы, и сейчас
Во всем мире, в принципе, используются в основном это электронные документы. Я себе документы, вот это ваучер, билеты, страховку, памятку, ничего не печатаю. Ну, ваучер, да, я ваучер печатаю, потому что в Египте они немножко бахнутые чуть-чуть. Иногда просят, чтобы показали ваучер. Но я не всегда его показываю, я стараюсь опять показать его в электронном виде, чтобы, ну, они понимали, что все эти документы это электронные документы, и, ну, лучше сберечь лес, и пускай как бы природа лучше развивается, нежели будут пилить деревья для того, чтобы изготовить бумагу. Это электронный документ, он легко открывается в телефоне. И лично я считаю, что за электронными документами будущее, и вся эта бюрократическая машина в виде печатных документов, она неуместна. Дальше, друзья, после паспортного контроля у нас duty free. Duty free, что я посмотрел по ценам, показываю, надеюсь, все видно. Значит, потому что заполнить все не заполнил, мы купили бутылочку мартини литровую за 8 евро. И за 2 евро купили конфеты деткам, маленькие. Вот. По ценам, как бы, вот был Jack Daniels, например. По-моему, он 20, либо 22 евро. По-моему, 22 евро 0,7. Если так вот сравнить, в метро я покупал Jack Daniels литровый за 20 евро. Так что, в принципе, ну, можно сказать, чуть-чуть выше. Jameson виски, вот, я в Киеве покупал за 17 евро литру в duty free, но это был предпоследний мой полет. Когда последний раз я летел, я смотрел, почем Jameson, он был 18 евро литр в аэропорту Борисполя в duty free. Тут он выше. И после duty free вы попадаете в зону ожидания посадки на рейс, там, где находятся гейты. Тут у нас, в принципе, тоже особых изменений нету, то есть есть где посидеть. Добавилось что-то в виде фудкорта одного, но цены я не смотрел, потому что я знаю, что в этой зоне цены космические, они не земные, они космические, да, и кушать-то особо не хотелось. Хоть рейс у нас и был задержан на 1 час. Почему задержан? Потому что самолет на 1 час позже вылетел из Хургады. Я так предполагаю, что в Хургаду он тоже где-то там прилетел с опозданием. И, друзья, когда самолет где-то выпадает из графика, вот, вся логистика просто сыпется, как бы, потому что самолеты на земле они не стоят, у них нет отдыха, они всегда летают, как бы только останавливаются на технический регламент. Ну, может быть, не совсем качественно бывает сделана логистика, и тогда самолет может простоять несколько часов на земле. Ну и, друзья, когда объявляют посадочку на ваш рейс, сильно не задерживайтесь, если вы где-то зависли в космической кафешке, либо в duty free. Вот, не спеша, в принципе, как бы в толпе тоже стоять не обязательно, потихонечку двигайтесь на посадочку. Главное, чтобы вы нигде не задерживались, потому что, как бы, из-за вас, если вы где-то там застрянете, то, конечно же, рейс никто задерживать не будет. Поэтому тут вы следите за временем и старайтесь так, чтобы за полчаса где-то уже, наверное, попасть на борт самолета. Потому что если посадку произведут раньше, там минут на 15, на 20, то самолет может немножко раньше вылететь, да? Так что обращайте на это внимание. Ну и, конечно же, друзья, если вы летите в Египет и вам нужен алкоголь, нормальный алкоголь, друзья, покупайте его в duty free, берите там чего-то там в рамках разрешенного объема в багаж, это 1 литр на человека, ну это до duty free. В duty free покупайте себе, ну, я официально как бы пропускаю, это не 1 литр, но я провозил 2 литра, так что я думаю, пару литров в ручной клади из duty free вы без проблем сможете провести, потому что реально, как бы, с алкоголем в Египте проблема. Знакомые всегда просят привезти. Ну, этот раз меня не просили, потому что в Хургаде у меня нету знакомых. В Шарм-эль-Шейхе у меня есть знакомые, всегда просят, чтобы я им привез алкоголь. Иногда они просят, чтобы я им купил алкоголь, ну, то есть, они деньги мне отдают, да. Потому что там цены, во-первых, космос, во-вторых, купить этот алкоголь, как бы, ну, не так-то и легко и просто, нормальный, качественный. А если и возможно, то это дорого. И касательно
комнаты для курения, место для курения, так его и не открыли. Потому что помещение маленькое, а в условиях карантина, как вы знаете, на каждого человека должно быть не менее 10 метров квадратных. Увы, это помещение совсем маленькое, поэтому оно не работает. Так что, друзья, нужно накуриваться до паспортного контроля. В общем, наша посадка объявлена. Большая часть пассажиров уже на борту. Ну и мы двигаемся тоже в сторону самолета. Все, друзья, последний контроль мы прошли. То есть у нас оторвали часть наших билетов по решечке. И дальше по телетрапу, ну, в Харьковском аэропорту, по телетрапу мы попадаем на борт. На этом все, друзья, как бы вот такие вот нюансы, которые произошли со мной в Харьковском аэропорту впервые в жизни. Я был очень удивлен. Я, конечно, не шокирован, но ничего, как бы, ни злости там, ни обиды, ничего такого, ни дискомфорта у меня нету, но просто, как бы, я очень удивлен таким детальным обыском, друзья. Просто очень удивлен. В общем, если есть вопросы, вы, конечно, тоже пишите их все в комментариях под этим видео. Либо тоже рассказывайте, как у вас это все происходило. Гладко, тяжело, легко, просто. Были у вас обыски или не были обыски. Может, чего-то было интересное. Обязательно напишите в комментариях под этим видео. С вами был Владимир Шемет. До новых встреч, друзья. Кстати, да, подписывайтесь на канал. Пока-пока.